Это Екатерина Сапега. Ей 22 года. Она может позволить себе работать в кафе за чашкой ароматного кофе или дома на диване. Однажды Екатерина поняла, хобби должно приносить деньги. Девушка любит писать. Сейчас Катя – копирайтер, создает рекламные тексты. Говорит, на это способны не все. Внимательность, грамотность, усидчивость, потому что надо перерабатывать огромное количество информации, даже иногда в той сфере, в которой ты абсолютно не разбираешься. И, в принципе, качество такое, как желание писать и рассказывать о чем-то миру. Катя пишет и про индустрию красоты, и про научные прорывы. Говорит, сложно не только каждый раз изучать новую тему, но и организовывать себя, ведь она вольный художник, трудится, когда есть желание и время. Когда ты фрилансер, у тебя нет выходных, и ты можешь работать просто с утра до самого вечера. И тут вот важно как-то понять это, перейти грани самому, обозначить себе время. Это, наверное, приходит с опытом. Нашему второму герою этого опыта не занимать. Он работает на фрилансе уже 4-й год. Илья Коломеец с детства мечтал стать программистом, хотел пойти по стопам отца. Сейчас разрабатывает программное обеспечение днем на официальной работе. А по ночам пишет курсовые и дипломные для студентов. За деньги. Мы, как программисты, любим работать по ночам. То есть нас никто не отвлекает, и мы сидим, работаем. Продуктивность кажется нам выше. В офисе, как правило, ночами офис закрыт, а вот дома ночью можно легко работать. Также ты сам решаешь, какую работу тебе брать, а какую не брать. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди разных специальностей. Копирайтеры, программисты, журналисты, художники. Все они работают на фрилансе, то есть сами на себя и для себя. Этот день в России празднуют недавно, с 2005 года. Именно тогда была создана одна из первых в нашей стране бирж вольных стрелков – портал «Фриланс». Екатерина и Илья, кстати, тоже имеют свои аккаунты на подобных порталах и точно знают, что никогда не посвятят себя полностью одному и официальному делу. Дарья Демиллер, Илья Петров, Александр Антропов. День с толком.